Сегодня мы рады дарить вам настроение, повеселимся, ну и, конечно же, поздравим заодно. В Центральном парке прошел масштабный праздник «Отцы и дети». Такие события помогают укрепить семейные узы и получить заряд положительных эмоций от общения с близкими по духу людьми. Программу разработали с таким учетом, чтобы интересно было гостям всех возрастов. К примеру, они могли принять участие в многочисленных играх и конкурсах. Дети – создать открытки для своих пап. А семейный квест с папой «Хоть куда» позволил участникам объединиться и вместе решать задачи на командный дух и взаимопонимание. Марш! На центральной аллее парка были организованы спортивные соревнования для любителей активного образа жизни. Также мужчины могли продемонстрировать свою физическую подготовку в состязаниях «Самый сильный папа». Завершением дня стала концертная программа с участием местных артистов. Мария Синина, Василиса Дудик, Щелковское телевидение.